Всем привет! Вы на канале Мисс Юля Принцесса, и сегодня мы будем открывать квиши. И давайте начнем открывать пакетики. И посмотрите, какой у нас есть квиши. Как антистресс. Сквиши как антистресс. Вот когда ты злой, можно его вот сделать худеньким вот таком. Вот так сделать, чтобы он был такой худенький. Еще можно сделать вот толстым таким. Вот именно таким. И можно сделать у него улыбку большую. Вот такую. Вот такую большую улыбку. С ним можно сделать что ты хочешь, но он все равно будет улыбаться, потому что он смайлик. Поставим его сюда. И давайте откроем My Little Pony. И у меня есть еще маленечко My Little Pony. И там Pinkie Pie. Вау! Посмотрите, какой все очень хорошенький. Видите, какой? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я не знаю, как этого героя зовут. Я посмотрю, если там нету коллекции. И там нету никакой коллекции. Никакой коллекции нету, странно. И это пахнет резиной. Мне просто нравятся эти сквиши. Очень прикольно. Теперь у меня будет их два, и он будет стоять около смайлика. И будет с ним дружить, разговаривать, играть. И давайте откроем следующий пакетик. Это пакетик Shopkins, и написано здесь Squish Delicious. Есть разные продукты, и здесь есть дырочки, которые можно понюхать, очень вкусно пахнет. Правда, очень вкусно пахнет. Давайте откроем теперь. Вот здесь у нас, коллекция. И здесь сэндвичи, пицца, суши, фрукты, овощи, молоко, сладости, все, что ей есть. Давайте следующее уже откроем. И где? Открываем. И тут у нас авокадо. Я обожаю его, авокадо. И очень вкусно пахнет. Приотим. Посмотрите на глазки. У него так показано. Очень смешной. Бум-бум-бум. Посмотрите на его сейчас. Мне очень он нравится. Бум. Посмотрите на их вместе. Если так их сделать, потом так. Очень прикольно. Теперь у меня их три. И давайте откроем следующий пакетик. Вот этот пакетик. Там написано Муши. И вот здесь такая коллекция. Здесь есть супер-ультра-редкая, две редких. И здесь есть еще простые. И это вкусняшки. Давайте уже откроем. И это первая серия. Открываем. Ой, они не открываются. Открываются. Вау, какой брелочек. Он тоже вкусно. Посмотрите, какой брелочек. И он тоже вкусно пахнет. Ох, как пахнет. Жалко, что вы не можете понюхать. Вот здесь такая печенька, которую уже кто-то ее попробовал. И там внутри клубничный джем. И пахнет с клубничным джемом. А теперь настал моему новому последнему сквиши. И похоже, это вкусняшка. И где-то на палочке. И там сахар. И это вкусняшка. Это тоже как сквиши. И ничего с ним не получается. И давайте откроем это уже. Так вкусно пахнет.
почему сахар и пакетик? А может, это вкусняшка? Это за сюрпризик, это за вкусняшка. Очень вкусно пахнет, а почему на шкуше там сахар? Почему, я не понимаю. А может, это можно кушать? Давайте я укушу кусик. Очень вкусно. Мама сделала для меня сюрприз. Мне очень нравится этот скуси. Вот у меня такой жирафик, и он очень красивый, и никогда его не хочется кушать. Очень. Вам понравились мой смайлик, моя пони, мой авокадо и моя печенька? Или мой жирафик? Напишите комментарии, ставьте лайк. И всем пока-пока!